Для Азнер Серселир, Дохкан Полат и Буз Баскараман этот сезон был очень интересным, как и для других их коллег по сериалу «Яли Капкини». Все три актера выделились своими ролями и были признаны важными участниками успеха проекта. Прощание Дохкана Полата с сериалом было событием, которое расстроило многих зрителей. Однако актеры очень довольны сложившейся ситуацией. Азнур Серчулер, сыгравший персонажа Асумана в сильной истории сериала, сказал: «Это был очень хороший сезон. Мы работали с удовольствием, мы были прекрасной командой, которая любила друг друга со всеми нашими друзьями. Мы до сих пор поддерживаем связь, даже в отпуске. У нас у всех будет небольшой отдых и отпуск. Мы в хорошем настроении», — сказал он. Дохкан Полат принял участие в сюжете сериала с персонажем Фуатом. Ближе к концу сезона поклонники сериала были очень разочарованы смертью персонажа Фуата. Зрители, которые критиковали, что история персонажа не может быть полностью раскрыта, были опечалены уходом персонажа Фуата. Таким образом, Дохкан Полат стал одним из тех, кто попрощался с проектом. Дохкан Полат сказал: «Это был хороший сезон. Это была работа, которая ознаменовала сезон. Мы сделали работу, которая не будет забыта. Мы счастливы за него», — сказал он. Тот факт, что Дохкан Полат отрастил бороду, чтобы отдохнуть лицом после персонажа Фуата, сразу привлек внимание. Одним из имен, которое много обсуждалось в сериале с персонажем Пелин, была Бучи Бусекахраман. Актриса, которая подвергалась резкой критике в социальных сетях и даже выразила свое возмущение после линчевания, сейчас переживает самый популярный период в своей карьере. Актриса сказала: «Это был очень приятный сезон, мы работали очень хорошо. Мы уже вознаграждены за это». Объяснив, что он не ожидал, что сериал окажет такое большое влияние, когда он начинался, Кахраман сказал, что он счастлив, что они хорошо поработали. Объясняя, что на улице все встречали его с любовью, актер объяснил это тем, что сериал был очень популярен.